Шумлягина была допрошена в качестве свидетеля по уголовному делу. В ходе допроса она сообщила адрес своего постоянного места проживания, в котором, собственно говоря, мной осуществились неоднократные выходы, к сожалению, по данному адресу. То есть она знает допрос, что... Конечно. Мировая судья в отставке намеренно не желает, так сказать, быть извещенной заседание квалификационной коллегии, чтобы, я так сказать, намеренно затягивает осуществление правосудия в дальнейшем. Поэтому, если квалификационная коллегия посчитает возможным, полагаем, можно рассмотреть.